Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Представляю вам новинку сезона. Первый раз сажаю этот сорт томата. Сорт томата называется «Оксанская драгоценность». Этот томат посадил я первый раз в этом году. Томат устойчив к вершинке, вершины гнили плодов. Очень красивый, видите, розовый с желтым. Красивый очень томат в форме сердца. Еще раз повторяю, томат называется «Оксанская драгоценность». Такого томат у известного коллекционера. Томат данный растет у меня в открытом грунте. Вот такие плоды. Мой томат мне дал в открытом грунте. Очень понравился томат, что он очень неприхотливый. Завязался в жару. С одного куста я собрал уже 6 плодов. Это самый большой такой плод. Чуть побольше этого плода средний. Плоды этого томата. Вот такой красивый томатик. Очень сладкий. Уже пробовали, кушали его. Очень сладкий. Подают как для салатов, сока. Ну, для консервации, кто консервирует кусочками или кружочками в баночках на зиму. Очень понравился томат. Понравился тем, что он очень неприхотливый именно в жару. Завязавший в жару, хотя если бы не было большой жары, то завязи было больше. Думаю, посадить этот томат планируем в следующем году в теплицу. Хочу посмотреть, как он будет сидеть в теплице поликарбонатный, в моей тепличке. И также попробую еще посадить его в открытый грунт. Надеюсь, в следующем году не будет такая жаркая погода, как в этом году. Ну и завязи, а значит и урожайности, будет больше вот этого томата. Еще повторяю, сорт томата «Оксанская драгоценность». Вот. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Помогите, пожалуйста, развитию канала. Еще раз спасибо за внимание. До свидания.